Ну, еще спой. Спой еще немножко песенок. Давай. Ну-ка. Как ты умеешь? А? Как умеешь песенки-то петь? Спой нам. Не стыдись. Какие они разные все-таки. Эти петухи-то у нас. Порода разная у них. Да, 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 молодец. Молодец. А ведь вот опилки мы им рассыпали. Сколько прошло дней-то? Всего ничего, видите? Никаких опилок здесь уже не видно. Ой, все они разгребают. Он стоит, гребет себе. Курочка. Вот когда будет тепло, вот этот вот полку вот эту разберем, ее надо выровнять, потом сделать поуже немножко, ну, обе полки, и это самое, гнезда сделать новые хорошие, чтобы они были наверху у них, а то им мало два гнезда. Да, мои хорошие? Мало вам два гнезда. Вот эту полочку надо выровнять будет. И сделать вот эту нижнюю, наверное, полку надо поднять будет наверх. И сделать еще два. И тогда будет хорошо. И поуже немножко. Вот это-то пошире. А там поуже она. А сделать одинаковые, чтобы были. И будет тогда здорово. Вот. Сделать им эти вот лесенки хорошие. А они будут бегать туда наверх, нестись. А то как-то что-то сделали временно, а все, что не временно, говорят, все постоянно остается, так и у нас. Сделали сначала временно, а потом так и осталось. Уже сколько времени. Ну что это ты? О, вот тянется, как петушок. Тянется, тянется. Засиделся. Да? Мой хороший, засиделся. Вот они, в общем, спокойные, конечно. Молодцы. Сколько вот уже захожу после того раза. Нет, не дерутся они, нет. В суп пока никто не пойдет. Какой хороший угодничек. Он ходит. Он немножко попестрее, чем этот рыжий. И вот у него, видите, какие серьги. Ну-ка, не отвернется он сейчас. Вот мордочка-то у него какая, видите? Понятно. Вот. А у рыжего петушка сейчас мы тоже рассмотрим. Вот видите, а у него волосы прям пух растет под глазами, и вот где бородка-то. И у него меньше намного бородка-то, красная-то вот эта. А гребень-то хороший, что у одного, что у другого петуха.
Вот поэтому я говорю, породы здесь разные. Мы же покупали яйца-то от нескольких хозяев. Вот, видите, какая мордочка, совершенно другая. Красивая. Ой, глазки закрыл. Ой, спать хочет. Ой, да мой золотой. Устал. Так, вот, теперь сейчас того повнимательнее давайте посмотрим. Ну-ка, Петенька. Вот видите, совершенно другая головка. Видите, вот. И борода-то у него красная, большая. Ходит. Поймать трудно. И гребень тоже красивый, какой большой. Красный. В общем, они разные. Это и хорошо, что они разные. Ой, дремит, дремит петух, дремит на ходу. Ой, да вы мои хорошие. Так интересно смотреть. Как же ты кричишь-то, господи. Прям на ухо. Петушок, а петушок.